Всем приветики, мои секретики, и вы сейчас на моем канале Secret Talk. Всем привет, ребят. И сегодня у нас будет видео с Лео, конечно же. Ну, а точнее, даже Лео сам не знает, что это за видео будет. Да, очень интересно узнать, что ты на этот раз придумала. Ну не бойся, ничего такого особого. Просто ты останешься на один день, а точнее на 24 часа один дома. Стоп, что? Да, Лео, ты уже самостоятельный мальчик, тебе уже почти 19 лет. Так что давай, ноги в руки и вперед. Я в шоке. Такого уж я точно не ожидал. Ой, слушай, все, хватит давай. Мы когда с девчонками страшные истории рассказывали, ты же как-то один спал? Да я не про это. Ну все, ладно. В общем, просто остаешься один дома, вот, ничего не бойся, да, как говорится. В общем, я пойду, а ты оставайся здесь, пока-пока. Ты куда пойдешь? Ну как куда? К Нике и Кейси на ночевку. В смысле? Так вы, вот, да... Лео, ну а куда мне еще идти? Сейчас я оденусь и уйду, хорошо? Все, давай, без всяких этих вопросов. Все, можешь пока что телевизор посмотреть. Ну ладно. Кто не знал, то сейчас вечер, поэтому мне придется целых две ночи, получается, спать одному. Ужас. Лео, ну почему ты думаешь, что две ночи? Одну ночь. Я же приду через 24 часа, то есть через один день прямо ровно. Так, сейчас уже почти 7, ну то есть там где-то сколько? 6:55. Вот, я ухожу. И завтра в 6:55 я должна прийти домой. Ну, или в 7. Все, пока-пока. Сегодня, походу, произошло то, чего я боялся всю свою жизнь. Остаться одному дома. Еще и на целые сутки. Ладно, пойду спать. Завтра новый день, новые дела. Зато развлечься можно теперь на всю кровать. Наконец-то. Вот этого я уже ждал. Силия, я не буду выключать будильник. А зачем она мне его вообще оставила? Я и без будильника могу нормально проснуться. Ой. Замолчи уже. Да все, я так больше не могу. Доброе утро, бурундучок. Ой, ты же хомячок. Сорьки. А чё у тебя тут наш термос стоит, я не понял. Ладно, сейчас я тебе принесу поесть. Ты это, подкачивайся давай, а то совсем уже щеки надул и еще пузо тоже надут. Давай, давай. Не расслабляемся. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а чё со стульями? А чё их так много? Приветик, тоже бурундучки. Да ладно, ладно, не грызите меня за то, что я вас так назвал. И на конфеты не садитесь. Ой, все, с ними нельзя шутить. Кушать будем? А ты, Рики? Ну, хорошо. Ой, бейте сорьки. А Рики надо морковку. Да. Поели морковки. Короче, Рики, я у соседа попросил морковку. Ну, что поделаешь. Вроде бы он мне дал свежую нормальную морковку. Но если будет не свежая, то сори. Ну, я не могу по-другому. Да, вот, да. Ладно, кушайте, пока. Короче, хомяк, слушай. Давай я съем немного... И ты немного, то есть пополам разделим семечки, а то это последние семечки, которые здесь есть дома. В общем, смотри, вот пачка, в ней 50 семечек, а, 60. 30 тебе, 30 мне, все. Угу. Так вот тебе твои 30 семечек, но тебе 30 нельзя, поэтому тебе 3, а мне все остальные, пока. Ля, ой, поим сейчас-ка я. О, тут же еще есть вот такие пирожки вкусные. Сейчас еще чайку долью и еще перекушу. Ничего себе, поэт, оказывается. Так мне надо было на поэта идти, а не на дантиста-то. Ё-моё. Прирожденный талант. Ой, все, поели вкусно, теперь можно и... В туалет! Бегом, бегом, бегом! Успел.
это означает? Так, все, больше у соседа морковку не буду никогда брать. А это как помыть? Как это помыть? Ладно, сейчас как-нибудь отмоем. Ё-моё. Лика, что ли, полить? Алло? Может, всё-таки уберёшься отсюда, жёлтое пятно? Губкой, что ли, мыть? Ну, губкой мне точно ещё не хватало отмывать. Отмылась зато. Ну, круто, чё. Готово. Так, Рики, я боюсь, что ты можешь, извините за выражение, обсереть всю квартиру. Так что мы сейчас с вами вместе пойдем погуляем. Угу. Нет, ты должен сказать «да», Рики. Вот так. Рики, Рики, открой! Балда! Надо давно это уже все выкинуть. Зачем нам уже эти хэллоуинские вещи? На следующий год мы их точно использовать не будем. Как хорошо, что теперь есть свой двор, и можно здесь спокойно посидеть на качельке, покачаться или на батуте попрыгать. Они будут бегать, и все, и никуда не выбегут. Вы что, тут совсем уже с ума посходили, что ли? Какие милые детки, пускай прыгают дальше. Силия, принеси, пожалуйста, телефон, я на качельке качаюсь, мне лень вставать. Ну вот, Силия же ушла на ночевку. И так еще 24 часа жить. О, Силия звонила, ура, ура. Алло, дорогая, я тебя слушаю. Алло, Лео, ну что, как вы там поживаете? Как поспал сегодня? Надеюсь, что все было нормально. Да, все было нормально, я не спал всю ночь, я уснул только под утро. Ой, Лео, тебе так опасно оставлять одного. А что еще новенького? Да, вот эти, Бетти с Рики прыгают на батуте. Чего? Это что такое, Лео? Быстро забрал их, пошел домой. А что домой-то, они гуляют. Им нравится, вон они улыбаются. Ну, если улыбаться, то ладно. Смотри, чтобы они там свои дела не наделали, а то точно кризис нашему батуту придет. Ну, ладно, постараюсь приглядеть за ними. Не постарайся, а так и пригляди за ними. А то я за них боюсь. Кстати, еще, ты почему мне это еду не оставила вообще-то в холодильнике? Вообще весь пустой холодильник, ни молока, вообще ничего. Мне пришлось только чай и конфетки есть на утро. Я голодный. Ну, если ты не поленишься, то сходишь в магазин и купишь себе еду, если сильно есть хочешь. Ясно. А Рики с Бетти что должен был давать? Для Бетти корм я оставила, а вот для Рики у нас и так морковки не было. Ой, семечки последние мы сгрызли вместе с хомяком. Молодцы. А Рики... Да, кстати, чем ты покормила Рики? Да, Рики. Я его покормила морковкой, короче, соседской, которую мне дали. И у него тут такой минус небольшой. Лео, говори быстрее, пожалуйста. А то меня уже эта интонация твоя пугает немножечко. Ну, в общем, у него был небольшой такой поносик. Ты серьезно? На полном серьезе говорю. В общем, ладно, все, давай, пока. Мы пошли, короче, мне некогда говорить. Лео, ты сос... Пока. В общем, смотрите, я вас сейчас отведу домой, вы там побейтесь и так далее, а я пойду сам за продуктами и так далее, потому что нельзя в продуктовый магазин с животными нам. Угу. Покупаем. Так это и так понятно. Это, чем оплачивать будете? Картой. Давайте. Спасибо за покупку. Приходите к нам еще. До свидания. И вам тоже до свидания. Ой. Простите. Так, ну давай, давай, давай. 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 И. О, опять реклама. Уже ничего в мой желудок не влезает. Так, ладно, пойду приготовлю себе обед. Вы тут смотрите пока что. А ты кепку, кстати, будете снимать когда-нибудь планируешь или нет?
Надеюсь, что да. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. Да-да-да-да. Вот вкуснотища я приготовила. Даже Силия такое ни разу не готовила. Как в ресторане. Что... Вот сидеть одному дома мне не очень, конечно, получается, но готовить я умею, я думаю. Можно и посидеть в моем любимом ноутбуке. Лео! Ой, Лео, а что так темно? Я тут. Ой, напугал. Капец. Да ладно тебе. Я просто в ноуте сидел. А что мне еще делать без тебя? И что ли, все так было спокойно? Ну, утром было беспокойно, но сейчас уже все наладилось. К вечеру. Вот сидят, смотрят мультики. Интересные мультики, которые продолжаются уже несколько лет. Ну да, ты что-то имеешь против? Нет, абсолютно ничего. Так, я надеюсь, ты лоток отмыл Рики после его прекрасных дел. Да, я все сделал прекрасно. Молодец. А губку ты помыл после того, как помыл лоток? Губку. Лео! И на этом наш видеоролик подходит к концу. Если он вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. А также можете написать свою идею для видео в комментариях. Всем пока-пока, с вами была я, Силия, и мой парень Лео, да, и еще куча наших питомцев. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике!